В этой квартире произошла коммунальная катастрофа. Ее затопило фекалиями. Уже третий раз за год. Почти 10-сантиметровый слой отходов. Полы и мебель вздулись, стоит невыносимый запах. Здесь проживала 86-летняя пенсионерка, которая большую часть времени по состоянию здоровья находилась в больнице. Квартирой занимались ее дочь и внуки. Родственники пострадавшей обращались в управляющую компанию, которая, по их словам, не оказала должного внимания к проблеме. По каждому факту составлялся акт и ликвидировался засор, а пострадавшая сторона требовала ремонта. Смету, по словам дочери, не составили и продолжать решать вопрос без собственницы отказались. Проблема жильцов еще не решена. Сейчас они ждут ответ от местных властей. Еще предстоит оценить материальный ущерб, но кто оценит моральный? По словам родственников, бабушка все о случившемся не знала и очень хотела вернуться домой, но так и не вернулась. Я маме не говорила очень долго, что случилось, но потом всякими окольными путями стала говорить, что вот там ремонт. Она, наверное, все-таки человек разумный, она почувствовала, у нее инсульт повторный случился. Она понимала, что не может вернуться домой. А потом я ее потеряла. Жильцы дома рассказывают, что постоянно видят возле подъездов ассенизаторскую машину, которая, по их мнению, сбрасывает нечистоты, переполняя канализацию. Директор управляющей компании считает, что причина в самих жильцах дома. После каждого происшествия в засоренном стояке рабочие вычищали недопустимый для выброса в унитаз мусор. Кошачий наполнитель высыпает в унитаз, как вы считаете? Угу. Нормально? Высыпает в унитаз, он разбухает и по стояку проходит до подвала. Начинает разбухать и начинает забивать трубу. Мы предложили, да, ремонт, готовы помочь сделать ремонт, все, вопросов нет. У нас даже есть дефектовки, есть смета, мы уже давно все подготовлены, сказали, что без проблем. Но у них свои семейные проблемы были, поэтому они готовы. Про ремонт жители квартиры после визита нашей съемочной группы услышали впервые. Забирать смету отправились сразу после звонка, но у управляющей компании ее не оказалось. Реальную причину еще предстоит найти, а значит, когда и кем будет сделан ремонт, остается загадкой. Марина Позднякова, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».